Насколько меня хорошо сейчас слышно? Коллеги, здравствуйте. Так, звук. Мы победили. Хорошо. Так, вот, отлично. Слышно и видно. Чудесно. Все хорошо, да? Так, я сейчас отписываюсь организаторам, что у нас все хорошо. Так. У кого-то есть видео, у кого-то нет, но давайте так, давайте самое главное, чтобы у всех был звук. Так, смотрите, все хорошо, отлично. Так, ну, если у большинства все хорошо, то мы с вами потихонечку будем начинать наш сегодняшний вебинар про поликистоз почек у кошек. Что я вам хочу сначала сказать, что вы, пожалуйста, пишите свои вопросы. Я по мере возможности буду отвечать на эти вопросы в контексте вебинара. Если вдруг я буду сильно отвлекаться, то, соответственно, я на все вопросы отвечу позже. Также в конце лекции будет предоставлена мой адрес электронной почты, на который вы также можете задать все интересующие вас вопросы. Я с удовольствием на все отвечаю, поэтому пишите, если вдруг будут какие-то вопросы, чем смогу, помогу. Запись будет. Компания Ветпром обещает, что запись будет предоставлена, поэтому будем надеяться, что все у нас сегодня пройдет хорошо, вебинар будет полезен. И я думаю, что все, кто смог и нашел такую возможность и захотел, присоединился к нам. И мы сегодня поговорим про поликистоз почек у кошек. Меня зовут Войтова Лимара, я ветеринарный врач-нефролог, соответственно, занимаюсь узкой специализацией, связанной с патологиями почевыделительной системы, и как мы с вами знаем, что поликистоз почек – это ну, такой вот бич нашей профессии, да, и я буду немножечко говорить про статистику, статистика будет тоже указана, и здесь не зря картинка перса, да, конечно, сейчас это не настолько популярные породы, по времени вебинар будет занимать максимум 1,5 часа, то есть в 13:30 мы с вами закончим. Так, вот мне Елена написала, про что нет ни звука, ни видео. Еще раз кто-нибудь напишите, видно меня и слышно ли меня. Так, супер. Значит, тогда семеро одного не ждут, будем смотреть записи. Значит, что, в принципе, когда мы говорим про поликистоз почек у кошек, мы подразумеваем, что это аутосомно-доминантный вид поликистоза. На самом деле их, ну, как минимум, есть еще там два, то и три вида, да, аутосомно-рецессивный поликистоз и так далее. Но чаще всего мы с вами сталкиваемся именно у кошек с аутосомно-доминантным поликистозом, и он является самой распространенной наследственной патологией почек у кошек вообще, в принципе, во всем мире. И по разным данным, если говорить, ну, в контексте, например, конкретно персов, то это от 30 до 50% персидских кошек поражены вот этим заболеванием. Если говорить в целом про всю популяцию кошек, то данные разнятся, но все равно это порядка 10%. То есть достаточно большой объем кошек действительно страдают этим заболеванием. Это генетическое заболевание, это прежде всего нужно помнить про это, которое возникает в результате мутации в гене PKD1. И я намеренно не указывала сложные генетические вещи здесь, потому что, ну, на мой взгляд, как врачам, которые ведут рутинные приемы, эта информация не так уж и нужна. Почечные кисты у кошек являются результатом деформации и видоизменения, внимание, канальцев,
всех типов нефронов. И они начинают образовываться в корковом веществе и в мозговом веществе, потому что нефроны находятся не только в корковом веществе, да, но и есть нефроны, которые находятся в мозговом веществе. И кисты, по факту, это видоизмененные канальцы, да, про это нужно знать. То есть это не так, что просто ткань почки взяла и заменилась на кисту. Это конкретно взятый канальец одного нефрона, он видоизменился и образовалась киста, которая, безусловно, может расти. И также мы должны понимать, что кисты, они могут сливаться друг к другу, да, то, что этому, ну, перегородка между кистами может лопаться и образовываться, например, одна большая какая-то киста. И процесс кистообразования, хотя и протекает с различной скоростью у разных животных, но неуклонно прогрессирует в течение всей жизни кошек. Более того, невозможно спрогнозировать, как у этого пациента будет оно прогрессировать. И есть клинические случаи описанные, когда у матерей, у которых практически не проявлялись клинические признаки поликистоза почек, у их потомства, например, настолько сильно болезнь прогрессировала, что, возможно, уже там в возрасте 3 лет была терминальная стадия хронической болезни почек и, соответственно, летальный исход. По породной, вот конкретно что касаемо породной особенности, да, то в принципе порода лидер это, как описывается, персы и, ну, персидские кошки и родственные с ней породы, и до 38% персидских кошек во всем мире поражены поликистозом почек. Данные разнятся, и данные на самом деле разнятся исключительно из-за того, что в норме эти животные должны выводиться из разведения. Те страны, в которых эти животные не выводятся из разведения, они, конечно, ну, в лидерах, да, они портят статистику, и там, возможно, и 60%, я встречала и такую информацию. И часто еще это заболевание диагностируется у экзотов, у британских короткошерстных кошек, также у гималайских кошек тоже они являются в группе лидеров, и реже у священной Бирмы, Корниш Рекса, Девон Рекса, Рекдола, Сноушу, Бурмиллы, Бомбея. И на самом деле этот список можно продолжать бесконечно. Есть еще всевозможные таблицы, где указано, что чуть реже встречается. Но я уверена, что у каждого из нас была обычная мурка, да, которая была взята из подъезда на приеме, которая страдала поликистозом почек. Я бы сказала, что все больше и больше именно метисов страдают. Здесь описано, что мейн-куны, они в очень маленькой группе риска по развитию поликистоза почек, то есть это не их заболевание, к счастью, да, но у них очень много других заболеваний, поэтому вот мейн-кун это не порода, которая предрасположена к данному заболеванию. Что характерно, в принципе, для кошек с поликистозом? Если мы говорим про прогноз, я вам уже говорила, что невозможно спрогнозировать, как будет развиваться это заболевание у конкретного животного. То есть количество кист и скорость их роста, она очень вариабельна. И здесь важно запомнить такую отличительную особенность, что кисты, расположенные при истинном поликистозе почек, всегда билатерально. То есть, если вы видите даже, пусть это единичные кисты, но билатерально в обеих почках, то мы можем уже задуматься, ну, то есть мы можем предположить диагноз поликистоз почек. Если кисты находятся только в одной почке, то что нужно дальше выяснять, в чем причина, это маловероятно, что вы столкнулись именно с поликистозом почек как наследуемым заболеванием. Нет никакой половой предрасположенности. Поликистоз почек, единственное, знаете, как такую информацию, которую я нашла, что если говорить про половую предрасположенность, действительно ее нету, но если брать статистику по тому, как быстро развивается хроническая болезнь почек у данных пациентов, лидеры – это самцы. Вот у них более ранняя идет манифестация хронической болезни почек. Поликистоз почек у кошек не является причиной артериальной гипертензии, в отличие от собак и человека.
То есть получается, смотрите, если мы видим бультерьера, да, у которого тоже они генетически предрасположены к поликистозу почек, то его прям реально нужно мониторить даже до развития ХВП по артериальной гипертензии. Если мы говорим про кошек, то с генетической точки зрения поликистоз почек, вот этот вот ген PKD1, он не стимулирует развитие артериальной гипертензии, а артериальная гипертензия у этих кошек развивается вторично по отношению к ХБП. То есть поликистоз почек является причиной развития ХБП, а дальше уже у этих животных, то есть конкретно у кошек, развивается артериальная гипертензия. Что здесь интересно, что были исследованы эти животные на уровень альдостерона и различных соотношений ренина, и у этих пациентов это все было повышено. На мой взгляд, это все объяснимо, потому что у данных пациентов в априори гиперактивирована система РАС, а эти показатели, они как раз повышены при гиперактивации системы РАС. Именно поэтому у данных пациентов ранняя нефропротективная терапия имеет место быть и очень даже оправдана. Но не с точки зрения, повторюсь, артериальной гипертензии, а с точки зрения именно гиперактивации системы РАС и повышенного уровня альдостерона и ренина. Что еще характерно для данных пациентов? У 12% кошек наблюдалось наличие кист печени, но есть исследования разные еще дополнительно, то есть их на самом деле достаточно много, и по разным исследованиям от 6 до 68% кошек на самом деле зависит от, я посмотрела, зависит от стран и зависит от года исследования. 12% я взяла самое последнее исследование, которое я нашла, это в течение последних 5 лет были исследованы кошки, и вот 12% получили средний результат. Но что касаемо, насколько вообще в принципе этот поликистоз печени нам влияет на общее состояние? Описано, что даже если мы предполагаем, что это встречается часто, да, дополнительное такое осложнение, крайне редко оно приводит к развитию фиброза печени или печёночной энцефалопатии. Но такое возможно. И могут параллельно наблюдаться кисты на поджелудочной железе. То есть, в принципе, данных животных нужно мониторить на наличие кист в поджелудочной железе, и чаще всего это печень. А также, исходя из своего опыта, могу сказать, что с возрастом очень часто мы наблюдаем кисты на брыжейке. По характеру, да, то есть, чем характерно данное заболевание. Как правило, у данных пациентов достаточно часто и рано мы наблюдаем снижение плотности мочи. То есть понятно, что это не в чистом виде дистенурия, да, когда это прям классическая картина, когда плотность мочи 1,008-1,012, но хотя бы плотность мочи снижается. Скорее всего, это просто связано еще с тем, что у кошек в принципе концентрационная функция почек достаточно долго держится на высоком уровне, и изостенурия у них может не наступать даже на третьей стадии ХБП, но плотность мочи неуклонно снижается. Очень часто мы видим микрогематурию, причем это может быть и как эритроциты, измененные все поле зрения, так и единичные эритроциты. Чаще, по моему опыту, мы сталкиваемся с единичными эритроцитами. И также мы сталкиваемся крайне редко с макрогематурией, прям крайне редко. Гемоглобинурия бывает, и тоже я бы сказала, что достаточно частое явление. Протеинурия для данных пациентов не характерна. Эти животные в большом группе риска по инфекциям мочевыделительных путей, даже не с той точки зрения, что эти животные в группе риска по ХБП, а ХБПшники в группе риска по инфекциям, а именно с точки зрения кист. Более того, очень сложно поддается лечение инфекции при поликистозе почек, особенно если мы говорим про обсеменение кисты, да, когда идет именно локализованный процесс внутри одной кисты или нескольких кист. И на моей практике встречались пациенты, которые даже
мы говорим, ну, мы видели абсцедирование этих кист, то есть там настолько гнойный прям был очаг, что он, ну, даже один раз я видела, как он вскрылся у кошки. Так, и у пациентов с поликистозом почек мы часто видим нефролитиаз. ХПП развивается в возрасте, как правило, 3-10 лет, средний возраст – это 7 лет. И что меня приятно порадовало, это вот эта последняя строка, исследования до 2010 года, то есть это десятилетней давности, показывали, что в принципе, вот когда проявлялась ХПП, да, то есть возраст 3-10 лет, тогда мы наблюдали и летальный исход, то есть средний срок продолжительности жизни приблизительно находился, приблизительно был такой же, как и время манифестации ХБП. Сейчас же более свежие исследования говорят о чем? Что средняя продолжительность жизни 13-17 лет. То есть, ну, как вы знаете, я как ветеринарный врач порадовалась, значит, мы, ну, если брать глобальную ветеринарию во всем мире, мы хорошо лечим. Да, значит, этих животных мы более ранее диагностируем, лучше ведем и способны обеспечить достаточно длительную продолжительность жизни. Но я специально говорю информацию, что вот раньше указывалось, что в среднем такие животные живут 10 лет. И как мы с вами знаем, что данное заболевание очень часто никак себя не проявляет до терминальной стадии ХБП, поэтому, к сожалению, если не происходит ранней диагностики, то такие животные от момента постановки диагноза до летального исхода умирают крайне быстро. Что еще мы видим? Мы видим полиурию, полидипсию. Как правило, это достаточно ранний, ну, как бы ранний такой клинический признак. Мы видим дегидратацию, ну, в принципе, это характерно для всех животных с ХБП, вялость. И здесь, возможно, разные виды снижения аппетита. То есть это может быть снижение аппетита и анорексия, тошнота, рвота, запоры. Вообще, в принципе, напоминаю, что до 80% почечных токсинов выводится через кишечник, поэтому в принципе, запоры являются достаточно ярким клиническим симптомом хронической болезни почек. Потеря массы тела. Вот с этим бывают сложности, потому что, как правило, поликистозом почек страдают животные пушистые, и владельцы очень поздно обращают внимание, что животное похудело, и здесь, ну, опять-таки, если мы говорим случай с практики, я часто очень наблюдала, что у таких пациентов вот потеря буквально там целого килограмма массы тела происходит практически незаметно для владельцев, да, просто как стерли память и резко не 4 килограмма, а 3 килограмма, да, весит это животное. Потеря мышечной массы, изъязвление полости рта, ну и, соответственно, как бы как крайняя степень это уремический маркер, уремический запах, извините. Про диагностику. Диагностика. Ну, первоначально, безусловно, мы помним, что мы собираем анамнез, мы смотрим вообще, что это за порода, да, мы уже как бы насторожены, если это порода из списка предрасположенности. И при пальпации, как правило, у этих пациентов есть нефромегалия, есть бугристость почек, если это уже, ну, не начальная стадия поликистоза, и внимание, болезненность не характерна. Вообще описывается, что у людей это достаточно болезненное заболевание, особенно в момент манифестации. Манифестация у человека в среднем наступает в возрасте 50-60 лет, то есть почки начинают реально болеть от объема кист, которые там есть. У кошек вообще не выделена корреляция боли и поликистоза почек. Ультразвуковое исследование здесь одним из золотых стандартов является. И более того, генетический тест не является исключением ультразвука. Это два метода, которые взаимодополняют друг друга. Я чуть-чуть позже скажу, почему. Кисты, ну, чувствительность, да, вы видите, там 95%. Порядка там 90-96%. Кисты иногда могут быть обнаружены у котят уже, внимание, в возрасте 6-8 недель.
Но, опять-таки, максимально чувствительный этот метод уже в возрасте 16 недель, то есть получается 16, а 36 недель, так вообще это 90% чувствительности. Но первые кисты мы можем увидеть уже в возрасте 2 месяцев. Да, 2 месяца, потом как бы вы берете там 4 месяца, да, в 4 месяца уже у 75% животных мы увидим эти кисты, ну и в 6 месяцев уже ну, практически у всех мы видим, да, ну, а там еще ну, в возрасте там, 10 месяцев рекомендовано вообще всех животных группы риска уже исследовать, потому что там уже однозначно будет либо какая-то киста, либо ее не будет. УЗИ показано для оценки мониторинга прогрессирования заболевания. То есть в динамике как раз-таки есть смысл делать УЗИ. Безусловно, конечно, здесь очень сложно мониторить, например, ну, то есть как бы очень точно мониторить развитие заболевания. Я когда делаю УЗИ в динамике данных пациентов, то я, например, либо указываю размер самой большой кисты, которая есть, либо указываю там место локализации этих кист. Ну, сложно очень прийти к какому-то единому знаменателю, но УЗИ показано для оценки прогрессирования заболевания. По генетике достоверность генетического исследования на мутацию гена почти 100%. Берется либо венозная кровь, либо буккальные эпителии. Это эпителий с щек, да, из ротовой полости, из внутренней поверхности. Но здесь я даже специально делаю в слайде примечание, что не рекомендовано брать у котят, которые получают материнское молоко, потому что это тоже генетический материал, который может просто этот тест ну, немножечко стереть его достоверность. Поэтому если мы берем у котят, которые питаются еще грудным молоком, то рекомендована здесь венозная кровь. Данный тест, внимание, определяет только аутосомно-доминантный поликистоз почек у кошек. И если это другой вид поликистоза, ну, то есть, например, рецессивный или диапатический, то он, этот тест, будет отрицательным. Именно поэтому в возрасте 10 месяцев рекомендовано пройти обследование генетическое плюс УЗИ. То есть исключать и так, и так. Ну и если обнаружено заболевание, то, безусловно, данных пациентов нужно исключать из патологии. Вот здесь у нас будет вообще, в принципе, несколько таких вот картинок, которые я буду спрашивать у вас, что мы видим. И, пожалуйста, напишите, что мы видим по рентгену у данного пациента. Меня интересуют, конечно, почки, да, то есть что вы видите в кишечнике. Меня сейчас не очень интересует, да, что касаемо почек, то что мы здесь видим? Печатает смело только один человек. Да, у нас здесь есть, безусловно, нефромегалия, но что еще есть? Так, я не знаю, указка вам видна, не видна моя. Почки, да, неровные. Вот, Виктория все правильно указала, что здесь есть конкременты. Вот маленький конкремент, вот конкременты. На самом деле у этого животного достаточно много конкрементов. Так, указка не видна. Ну, я думаю, что можно... Вы можете самостоятельно разглядеть конкременты в почках, раз у нас указка не работает. И это еще раз просто дополнительно подтверждает тот факт, что если мы видим поликистоз почек, то достаточно часто действительно он сопровождается нефролитиазом. Ну и здесь картинки классические, да, по
УЗИ, да, с которыми мы сталкиваемся. Здесь, безусловно, это не ранняя стадия заболевания, да, то есть это уже такой махровый полигистоз. И почки здесь, мы уверены, что большого размера, здесь множественные кисты. Я уверена, что если мы будем дальше наблюдать за этим пациентом, то эти кисты будут сливаться друг с другом. И здесь представлена еще сверху слева картинка УЗИ с доплером, да, что эти почки в какой-то момент начинают очень здорово кровоснабжаться, и даже мы можем по УЗИ видеть признаки иногда гломерулярной гипертензии. В данный момент мы можем предположить, что у данного пациента может быть гиперактивация системы РАС, и следующим этапом мы можем ожидать уже и вплоть до развития артериальной гипертензии. По дифференциальной диагностике тоже очень интересно, что данное заболевание необходимо диагностировать от всех причин реномегалии. И у кошек, если, то это лимфома, гранулематозный нефрит при инфекционном перитоните кошек, паранефральные псевдокисты, приобретенные почечные кисты, гидронефроз, ну и как проявление акромегалии. И мы здесь посмотрим несколько слайдов УЗИ, которые показывают нам вот как раз те заболевания, о которых мы говорим. Здесь мы с вами что видим? Такой некий экскурс УЗИ. Вот. Эти все заболевания, о которых мы сейчас посмотрим, сканы УЗИ, да, все эти заболевания, для всех этих заболеваний характерна как раз-таки нефромегалия, бугристость, но только для ряда заболеваний, например, характерна еще и болезненность почек, ну, в частности, если это, да, если это выраженная пиелэктазия, как на картинке справа, то мы можем здесь ожидать болезненность. На картинке слева здесь уже даже я бы сказала, что крайняя степень гидронефроза, потому что здесь уже тонкостенный мешок, который никак не кровоснабжается. Эта почка, ну, у нас наверху этой картинки расположен мочевой пузырь, и почка расположена чуть ниже. Да? И это уже там крайняя степень пиелэктазии и гидронефроз, который никаким образом уже даже не может болеть. Здесь мы на следующей картинке что мы видим? Какое заболевание мы можем здесь предположить у данного пациента? Да, здесь мы видим свободную жидкость вокруг почки справа, а слева мы видим очень характерно пиелогранулематозный ободок, да, на границе коркового мозгового вещества. На самом деле у обоих этих пациентов вирусный перитонит, у пациента слева еще и вирус лейкемии. Здесь нету, ну, не совсем паранефральная киста, потому что это, ну, как бы в динамике мы наблюдали этого пациента, и это просто было такое проявление острого нефрита, и буквально через 3 дня вот эта свободная жидкость подкапсульное пространство, она исчезла, да, и вот это оба подтвержденных вирусных перитонита, да, кот, кстати, у которого сочетано еще вирус лейкемии, очень так неплохо еще там пару лет или год прожил, а кот, у которого вот острая форма вирусного перитонита, конечно, он, к сожалению, умер. И здесь мы что видим? Ну да, почки склерозированы, согласна. Паранефральная киста, да, Олечка, конечно, да. Здесь прям классические картины паранефральных кист, это разные животные, как правило, это возрастные кошки. И я сейчас немножечко поговорю про паранефральные кисты, потому что много запросов идет, точно так же, как и про поликистоз почек много запросов, так и про паранефральные кисты. Соответственно, про кисты, что мы можем сказать, что какие может быть причины?
Травма, некроз жировой ткани в паранефральном пространстве, но, как правило, тоже в результате травмы. Также может быть причиной неоплазия. И идиопатическая паранефральная киста, это моя любимая, да, все, что со словом идиопатическая. По УЗИ жидкости характерно, что, ну вот как на той картинке, которую мы с вами сейчас видели, что жидкость между капсулой и паренхимой почки одной или двух почек, да, то есть это не всегда симметричный процесс, но по нашему опыту часто. И какие вообще, в принципе, могут быть прогнозы? Считается, что если животному это никаким образом не мешает жить, и там нет признаков воспаления по УЗИ, то желательно в эту кисту даже не лезть, да, то есть не пунктировать, ничего с ней не делать, но живет и живет. Потому что, опять-таки, как правило, либо это случайная находка у котов, которым там 16-17 лет, ну, и либо это вот, ну, действительно мы видим в анамнезе какую-то вот недавно травму. Если животному клинически это мешает жить, то что это значит, да, что объем кисты настолько большой, что он давит на брюшную полость, давит на диафрагму и затрудняет таким образом дыхание, как правило, таким образом ему мешает жить, то мы видим, то у данных пациентов возможно рассмотреть вариант дренирования под контролем УЗИ или хирургической резекцию, или фенестрацию плюс аментилизацию. И здесь это не руководство к действию. То, что однозначно руководство к действию, что не надо просто так ее пытаться пунктировать. Вот однозначно. Потому что наберется она крайне быстро, если вы просто иголкой возьмете и спунктируете. Да, вы сейчас молодец, откачали 500 мл жидкости, но буквально через неделю вы получите обратно все эти 500 мл. И у меня, например, был клинический случай, когда мои коллеги откачали эту жидкость, и здесь я просто привожу примеры исследования этой жидкости. Они очень характерны, но это исследование очень характерно литературным данным, да, то, что в норме там содержится трансудат. Как мы с вами знаем, что он не причиняет вреда организму, да, и если вот вы его туда-сюда не будете постоянно пытаться обсеменять иголкой, то в экссудат он никаким образом не превратится. Поэтому характерна именно такая вот цитологическая картина. И бывают еще единичные приобретенные кисты. Я попрошу вас включить здесь фантазию на этой картинке. Соответственно, мы с вами видим такую кисту, достаточно большую, и если мы приглядимся, то за кистой находится почка. Причем киста такая, она в половину размера этой почки, находится только на одной почке, это собака, тоже абсолютно случайная находка была. И вот эту кисту как раз-таки есть смысл, если она будет мешать жить, как минимум хирургически, ну, либо хирургически дренировать, либо как-то под контролем ультразвука, но с введением непосредственно склерозата, в частности этот, как правило, вводится спирт. Сразу хочу обратить ваше внимание, что при поликистозе почек это не рекомендовано делать, потому что неизвестно, как сообщаются вот эти вот кисты с канальцами всех остальных нефронов, и, возможно, сделать гораздо больше вред, чем пользу. Так, вот Ольга пишет, что был подтвержден ФИП с паранефральными кистами, ПЦР положительно. Конечно, один диагноз не исключает другой, безусловно. Этим у нас и интересна эта профессия, что мы можем сталкиваться с отчетными проблемами. Образуются эти приобретенные кисты по причине либо внутрипросветливой канальцевой обструкции, воспалительным дебрисом, либо непросветного сжатия канальцев по причине воспаления паренхимы, либо фиброза. То есть здесь это заболевание, как правило, вот если приобретенная киста, есть, то это заболевание, как правило, оно одностороннее и как следствие какого-то воспалительного процесса. И прогноз тяжесть компрессии обуславливает скорость прогрессирования ХБП. Но вполне может быть, что этого пациента вообще не будет ХБП и будет страдать чем-то другим. По проценту
по процентности спирта и в каком количестве, напишите, пожалуйста, мне на электронную почту, я вам вышлю эту информацию. Если говорить про вот эти единичные кисты, то рекомендован именно спирт. Если мы говорим про поликистоз почек, то ничего не делать с кистами. Ну, то есть хирургически никак их не дренировать. И так, в принципе, и под контролем УЗИ тоже их никак не дренировать. Ну и здесь последняя ультразвуковая картинка, да, которая характерна для нефромегалии. Какое заболевание мы здесь можем предположить? Да, у этого животного подтвержденная лимфома, да. У этого котика и вирус лейкемии подтвержденный, подтвержденная лимфома. И он обратился как раз в клинику с тем, что владелец говорил, что очень в животе какие-то шары он обнаружил и испугался, очень испугался. И эти шары оказались почками, но это такая частая, да. Находка, частое объяснение владельцев, это кот Мейн-кун, и он пришел в клинику, у него были почки порядка 8,5 сантиметров, вот такие вот, и это животное очень здорово отреагировало просто на первичное введение преднизолона, и буквально там через 3-5 дней почки уменьшились до 4 сантиметров, то есть практически в 2 раза, ну до 4,5. Вот, это то, что я бы хотела сказать про ДИВ-диагнозы, да? Если мы пальпируем увеличенные почки, да, реномегалии, бугристую, это не значит, что сразу же мы думаем про поликистоз почек, мы дальше занимаемся додиагностикой. По лечению, видоспецифичного лечения нету, и мы должны понимать, что это всегда наследуемое, необратимое и прогрессирующее заболевание, что бы мы ни делали. И хирургическое дренирование кисты, они не замедляют прогрессирование, но если вдруг у вас какое-то такое, вот вы понимаете, что дикий дискомфорт у кошки, то вы можете на это пойти, но в принципе в этом целесообразности нету. Вот, ну и про введение спирта я уже да, сказала, что здесь очень осторожно именно при поликистозе почек. Вообще, в принципе, если говорить глобальные рекомендации, то это не рекомендовано делать, только если вот, ну, действительно какой-то такой огромная киста с выраженным дискомфортом. И сейчас я коротко укажу, что мы обычно контролируем при ХБП. И поскольку видоспецифичного лечения нет при поликистозе почек, то я потом обращу внимание на некоторые моменты лечения ХБП, особенно в контексте того, что многие очень рекомендации были модифицированы в 2019 году. Да, и именно на эти моменты я буду обращать внимание. Значит, у этих пациентов с поликистозом почек мы помним, что они заведомо в группе риска по дегидратации. Сейчас я отвечу на вопрос Татьяны, почему преднизолон, а не химиотерапия, потому что владелец сразу отказался ехать к онкологу, и мы решили попробовать пробное лечение. И после этого ну, когда увидел результаты, владелец как-то понял, что он хочет лечить кошку, да, ну и коту резко полегчало, он уехал уже к онкологу на химиотерапию, и, собственно говоря, как бы на химиотерапии он уже порядка 3 лет в стадии ремиссии по лимфоме. Я его наблюдаю просто сейчас как нефролог, ну и он наблюдается еще по вирусу лейкемии у нашего инфекциониста. Так, возвращаемся к ХБП, да, что здесь мы контролируем дегидратацию, помним, да, что он в группе риска по дегидратации такой пациент, именно потенциальной дегидратации. И внимание, да, здесь указывается, что вы можете дегидратацию контролировать не любыми методами,
введение жидкости, да, что и пероральный, и подкожный, и внутривенный, и не обязательно только внутривенный метод контроля дегидратации. Контроль артериального давления, протеинурии, хотя я уже указала, что при поликистозе почек протеинурия не так характерна, но тем не менее она может быть. По инфекции обязательно мы помним, что эти животные в группе риска. Сразу хочу обратить ваше внимание, что таким пациентам рекомендовано, в принципе, если у вас возникает инфекция у данного пациента, мы сразу думаем, что это осложненная инфекция, и сразу мы можем заподозрить именно пиелонефрит, поэтому у данных пациентов рекомендовано сразу использовать антибиотики, которые хорошо работают в паренхиме почек, ну, в частности, фторхинолоны, то есть это препараты выбора эндофлоксацин, марфлоксацин. Вопрос у меня как не к онкологу, преднизолон перед химией ухудшает ответ на химиотерапию. Я вам не могу быть компетентна, если хотите, я могу уточнить наших онкологов, напишите мне на почту. Вот у данного пациента я наблюдала очень положительную динамику, то есть буквально там и на преднизолон у него была положительная динамика, но потом, знаете, такой классический владелец, который сделал все не так. Он сам отменил преднизолон, после этого пришел в клинику тоже с тем же симптомом, что огромные почки. В общем, почки очень быстро обратно вернулись, и потом, собственно говоря, мы его все-таки уговорили на адекватную терапию у онколога по химиотерапии. И вот после преднизолона он прекрасно отреагировал на химиотерапию без проблем. Но статистику я не знаю, поэтому если будет вопрос, то если вам интересно, то пишите. Катерина, рекомендации идут именно такие, что антибиотик должен быть липотропный, а липотропные антибиотики это фторхинолоны, аминогликозиды, макролиды, и из всех вот этих вот этого списка максимально безопасно это как его зовут? Ну, фторхинолоны, о чем я уже указала. Вот, Евгения более компетентна, она пишет, что преднизолон перед химией нельзя, повышает резистентность лимфомы. Но опять-таки я могу уточнить все это у наших онкологов, которые занимаются плотно данными проблемами. Кому интересно, напишите на почту. Возвращаемся к нашему поликистозу почек и ХБП. Здесь мы еще помним про своевременную диетотерапию. Здесь важно понимать, по-моему, этот слайд у меня будет, но поскольку эти животные в группе риска по еще развитию мышечной слабости, и у них очень часто мышечная дистрофия развивается, и здесь главное не переусердствовать с почечной диетой, да. Если у нас идет уже развитие выраженной мышечной дистрофии, то, возможно, у данного пациента уже не стоит заниматься назначением ренальной диеты, но обязательно при этом контролировать уровень фосфора. Так, теперь. По добавкам калия, да, ну, в принципе, все кошки с ХБП в группе риска по гипокалемии, фосфат биндер я уже указала, да, это препараты для связывания фосфора, гастропротекторы, либо противорвотные средства. Напоминаю, что такие пациенты часто не едят именно из-за постоянной тошноты, которую мы можем не видеть. Ну, то есть клинически она может никак не проявляться, но на самом деле животное может быть ему реально... как бы это слово красивое назвать, его может просто тошнить реально, да. Возможно применение стимуляторов аппетита, дарбопоэтин, эритропоэтин, ну и под очень большим вопросом анальгетики, потому что я уже сказала, что у кошек считается, что поликистоз почек не болит. Напоминаю, что если говорить в контексте ХБП, то мы также имеем все четыре стадии. Первая, вторая считается доклиническая стадия, которая, как правило, никак не проявляется при поликистозе почек, третья, четвертая уже может клинически проявиться. И эти стадии, они ставятся на основании концентрации креатинина крови, которая определяет,
ну, который повышается при поражении порядка 75% почечных нефронов, и SDMA, который повышается при поражении от 25 до 40% почечных нефронов. Только сочетано, да, то есть если мы видим и то, и другое, то это прям точная стадийность. Если мы видим повышение только стабильно, например, сейчас, по-моему, у меня этот слайд будет, да, что в случае несоответствия стадии по креатинину и SDMA следует принять во внимание мышечную массу пациента. Почему? Потому что креатинин зависит от мышечной массы. И повторить оба теста через 2-4 недели. Если у нас сохраняется несоответствие, то мы рассматриваем более высокую стадию ХБП. То есть если у нас, например, уровень SDMA на третью стадию, а креатинин на вторую стадию стабильно, то мы этого пациента рассматриваем как пациента при третьей стадии. Почему нам это важно? Это важно для прогноза, для продолжительности, продолжительности жизни и для понимания приблизительно, какой процент функционирующих нефронов у нас сейчас. Потому что третья стадия это функционирует приблизительно 10% почечных нефронов, а вторая стадия функционирует приблизительно 20% почечных нефронов. Разница достаточно большая. Снижать дозу антибиотиков при крайних стадиях ХБП и как подобрать эту дозировку. Это краеугольный камень. На самом деле у вас не будет никогда однозначного ответа, по крайней мере, на данный момент. Здесь есть две рекомендации. Первая рекомендация – ничего не делать и, возможно, просто никак не снижать и рассмотреть возможный вариант увеличение времени между дачей этого антибактериального препарата. Второй вариант – уменьшить где-то на 25-30% дозировку антибиотиков. Лично я не применяю просто нефротоксичные препараты на терминальной стадии, то есть я работаю по факту там с амоксициллином, с клавулановой кислотой, или же, если нужно, это там энрофлоксацин. И применяю максимально короткими курсами, да, то есть, насколько это позволяет организм, но и, естественно, с контролем по азотемии. Если я понимаю, что у нас ухудшается азотемия, то вполне может быть, что даже отменяю антибиотики. Вот, соответственно, по снижению кратности тоже есть такие рекомендации, но если мы послушаем даже разных наших зарубежных коллег из разных стран, то кто-то говорит одно, кто-то говорит другое, да. Например, если в контексте того же амоксициллина с клавулановой кислотой, то возможно его использовать там один раз в 24 часа, если это таблетированная форма. Если это энрофлоксацин, то один раз в полтора дня и так далее. Но ответа точного нет. Поэтому здесь все очень индивидуально. Я хочу напомнить, что концентрация креатинина должна, как и SDMA, в принципе, должна оцениваться только после стабилизации состояния животного. То есть, если к вам пришел пациент, у него, да, есть поликистоз почек, да, креатинин 400, но это не значит, что вы сразу эту кошку, этой кошке ставите третью стадию. Вы сначала стабилизируете, восполните степень дегидратации, в идеале обеспечите адекватную нутритивную поддержку, и только после этого произведете контроль анализов и уже выставите стадийность. По протеинурии здесь ничего не поменялось, да, то есть если в контексте креатинина и SDMA там есть изменения 2019 года, про протеинурии изменений нету в контексте именно стадийности, то есть под стадии также есть норма, пограничное значение протеинурии. Внимание, да, что здесь имеется в виду эти цифры для всех лабораторий, да, то есть если даже в вашей лаборатории при какой-то причине написано, что норма до единицы, что на самом деле была норма только в 2013 году, а в 2017 году уже все эти нормы были пересмотрены, вы все равно обращаете внимание на нормы конкретно, которые указаны здесь. А что здесь было изменено у кошек, да, что мы контролируем протеинурию тогда, когда, то есть мы начинаем лечить эту протеинурию, когда у вас соотношение выше 0,4.
И здесь мы что делаем? Мы лечим сопутствующее заболевание, если оно есть. Если потребуется, то мы берем нефробиопсию. Это рекомендации для всех, но не для наших пациентов в контексте полигистоза почек, потому что при нефробиопсии мы берем корковое вещество, а при полигистозе почек, как правило, там уже не найти корковое вещество. И здесь что мы применяем? Мы применяем либо ингибитор ЛПФ, либо БРА. Ну и, конечно, все больше предпочтения дается БРА, в частности, целомесартану. Более того, при полигистозе почек все больше есть таких рекомендаций, что целомесартан возможно даже применять как нефропротектор на ранних стадиях в отсутствии даже точно, например, протонурии. Но пока таких вот официальных, прям, знаете, вот, чтобы я сделала ссылку, да, и сказала, что вот, ребят, смотрите, вот тут вот мы можем посмотреть и увидеть, пока таких вот официальной информации нету, поэтому я это говорю. Так. Значит, давайте я сейчас еще обращу ваше внимание, что если нет гиперфосфатемии, то следите за развитием гиперкальцемии. То есть, если фосфор, например, у вас ниже 1,5-1,6, и этот пациент получает ренальную диету, то у этого пациента может развиться гиперкальцемия. И тогда официальные рекомендации такие, что мы либо переходим на корм для пожилых пациентов, либо мы делаем смесь почечную и непочечную, почечных кормов. Так, по поводу биопсии пациентам, мы делаем нефробиопсию пациентов с КБП, только если у нас идет либо признаки гломерулонефрита, которые мы должны подтвердить, либо нам нужно подтвердить какое-то наследуемое заболевание, либо у нас неконтролируемая протонурия. Как правило, это, безусловно, собаки, а не кошки. И напоминаю, что протонурия, в принципе, характерна для как раз-таки доклинических стадий КБП. На третьей-четвертой стадии протонурия не характерна. Так, здесь вот вопрос по одному клиническому случаю. Я в конце тогда отвечу по этому клиническому случаю. Так, значит, и контроль лечения эффективности лечения прогрессирования заболевания. Что, если у нас удается стабилизировать концентрацию креатинина и уменьшение индекса UPS, то значит мы все хорошо делаете. Если у нас идет прогрессирование концентрации креатинина в крови или значение индекса UPS болезни, прогрессирует. И помним, да, что животные, у которых идет развитие уже такого гломерулонефрита с потерей альбуминов, то мы у этих пациентов мы можем столкнуться с риском развития тромбоэмболии, поэтому либо назначаем аспирин, но у кошек достаточно сложно дозировать в этой дозировке, которая нам нужна, либо клопидогрел. Ну, помним, что клопидогрел достаточно горький, поэтому его нужно давать так прям хорошо на корень языка, чтобы животное не пенилось. Так, теперь дальше. По диагностике сопутствующих заболеваний. Вообще, так, про гломерулонефрит. Почему мы не ставим гломерулонефрит по моче? Мы ставим его по моче, но для того, чтобы поставить окончательный диагноз гломерулонефрит, в принципе, нужно сделать нефробиопсию. Если такой какой-то попался либо владелец, либо ну, у нас какие-то сомнения, то мы вынуждены прибегать к нефробиопсии. Конечно, мы делаем ее не часто. То есть, ну, наверное, ну, вот лично я там раз в квартал, если делаю, то да. А так в основном у нас нефробиопсии почек чаще всего занимаются онкологи. Почему? Потому что они это делают, ну, то есть либо они делают, либо назначают для подтверждения онкодиагноза. Так, значит, по генетическим тестам для Кинс-Чарльз-Спаниеля я вам не смогу сейчас ответить, потому что я не знаю все генетические тесты. Я думаю, что вы можете обратиться на сайты лаборатории и там посмотреть просто по генетическим тестам. Значит, контроль креатинина и протеинурии рекомендованы
в процессе подбора делать раз в 7-14 дней, если мы уже стабилизируем этого пациента, то раз в 3 месяца у стабильного пациента. Если мы говорим про кошек, то, как правило, удается стабилизировать протеинурию и снизить ее на 90%. То есть у кошек вообще, в принципе, протеинурия достаточно легко поддается терапии. Ну и здесь по диагностике сопутствующего заболевания все просто, да, что мы просто проводим полное обследование животного с исключением вирусных инфекций, с исключением гипертиреоза, причем здесь уже есть рекомендация, что гипертиреоз может быть уже у кошек старше 4 лет. Если у нас есть выраженная протеинурия, то однозначно даже у 4-летней кошки есть смысл сдать на гипертиреоз. Ну, если это собака, то обязательно еще мы исследуем на лептоспиры. Да, мы про собак мы сегодня практически не говорим. И даже панкреатит может быть причиной развития протеинурии у кошек. Так, по давлению. По давлению здесь тоже, на что обращаем внимание, что, в принципе, если у нас средний риск в течение 2 недель держится, то есть систолическое давление 160-179, то у данного пациента мы начинаем лечить артериальную гипертензию вне зависимости от того, поражены ли органы мишени. Если у нас есть поражение органов мишени и систолическое давление выше 180, то мы не ждем ни одну, ни 2 недели, мы сразу же начинаем лечить артериальную гипертензию. Безусловно, важно измерять артериальное давление серийно. Неоднократное измерение, да, мы делаем погрешность на стресс у животного. И обязательно записываем, какой манжетой, на какой лапе рекомендовано, конечно, мерить артериальное давление на передних конечностях. Напоминаю, какие органы мишени. Это глаза, головной мозг, почки и сердце. То есть если у нас есть признаки артериальной гипертензии и, например, гифема или резкая слепота, то мы сразу же начинаем лечить эту артериальную гипертензию. По рекомендациям, что я бы хотела, на что обратить внимание, что снижение артериального давления является долгосрочной целью для пациентов с ХБП, и не надо пытаться сразу снизить ниже 160. Возможно, даже у этого пациента это будет плохо, да, и приведет к развитию даже гиповолемии. И важно постепенно и устойчиво снижать артериальное давление. Не должно быть резких скачков. И вот ответ на то, как мы лечим артериальное давление у кошек. Рекомендации 2019 года сводятся к тому, что мы применяем диету с низким содержанием натрия, хотя есть ряд исследований, которые говорят, что у кошек концентрация натрия в рационе не приводит к развитию артериальной гипертензии, но тем не менее, какие это диеты? Это ренальные диеты. И мы применяем официально сейчас уже все, мы можем применять как и блокаторы кальциевых каналов у кошек амлодипин, который всегда был рекомендован, так и телмисартан, но в дозировке, внимание, 2 мг на килограмм. Вот если мы возьмем препарат с телмисартаном, да, там рекомендована начальная доза 1 мг на килограмм. И 1 мг на килограмм, он по данным исследованиям не влияет на артериальное давление. Если у нас есть уже признаки артериальной гипертензии, то мы стартуем с дозы 2 мг на килограмм. Более того, к сожалению, пока непонятно, насколько мы можем повышать эту дозировку в контексте именно артериальной гипертензии. Поэтому, если вдруг у нас не сработал амлодипин или телмисартан, то есть мы меряем давление, например, через неделю или через 2 недели, то мы
либо удваиваем дозировку блокаторов кальциевых каналов, то есть амлодипина, либо, может быть, пробуем другой препарат, а если не сработала уже удвоенная доза, то мы не удваиваем дозу телмисартана, а мы прибегаем к комбинации амлодипина плюс телмисартан. Более того, мы сначала начинаем амлодипин опять с минимальной дозировки, и рекомендовано эти препараты разносить по времени. То есть, например, телмисартан мы даем, ну, например, утром, блокатор кальциевых каналов, амлодипин мы даем вечером. У кошек не применяют ЭНАП в контексте артериальной гипертензии и все ингибиторы АПФ, потому что они не снижают артериальное давление. Эти препараты применяются для контроля протеинурии. Они как раз вот были на слайде про протеинурию, либо ингибиторы АПФ, либо БРА мы можем при протеинурии применять. А при артериальной гипертензии либо блокаторы кальциевых каналов, амлодипин, либо телмисартан. Ну и здесь есть дозировка, немножечко у нас съезжает презентация. Здесь есть схема, в смысле, таблица по действующим веществам, которые используются при лечении при как протеинурии, так и артериальной гипертензии, ну, кроме как амлодипина, ну, дозировки амлодипина были на предыдущем слайде. И здесь есть рекомендованные стартовые дозировки. И, соответственно, если мы вынуждены повышать, то с каким шагом повышаем, с какой кратностью и так далее. Здесь эта таблица больше применима, что касаемо начальной дозировки и шага к лечению протеинурии. По артериальной гипертензии у кошек я четко дозировки все вам указала в предыдущем слайде. Так, теперь, если у нас есть артериальная гипертензия, то, безусловно, мы не просто назначили препараты и забыли. Мы еще обязательно контролируем ответ на эту антигипертензивную терапию и мониторим этих пациентов каждые 3 месяца. И, безусловно, мы предупреждаем владельца, что, скорее всего, у нас будет пожизненная терапия артериальной гипертензии. Другой вопрос, что, возможно, мы будем подбирать дозировку, потому что если этот пациент вдруг худеет, да, то мы будем вынуждены пересмотреть, например, дозировку. Так, и что мы контролируем? Мы контролируем отсутствие тахикардии, отсутствие слабости. И помним, что артериальное давление систолическое, оно не должно быть ниже 120 мм тутного столба. То есть вообще в идеале оно должно держаться где-нибудь там в районе 150, максимум 160. Это вот такой вот золотой стандарт, ниже 120. Ну, как правило, это животное просто в апатии, вы его не пропустите. Там и среднее давление будет уже очень низкое. Так, и здесь такой слайд, который вам в помощь, я надеюсь, будет, что снижение артериального давления может привести к незначительному повышению концентрации уровня креатинина. Извините. Значит, креатинин может повыситься на 45 микромоль на литр, или же СДМ может повыситься до 2 микрограмм на децилитр. Но более значимое увеличение уровня как креатинина, так и СДМИ свидетельствует о неблагоприятном влиянии препарата и прогрессировании почечной дисфункции. То есть здесь нужно, возможно, рассмотреть о том, что это животное, например, не скомпенсировано по дегидратации, либо исключить другие патологии, почему может прогрессировать ХБП. То есть вам просто не нужно бояться, если вы контролируете артериальную гипертензию, если вдруг у вас креатинин поднялся до 45 микромоль на литр, ну, на эту разницу, либо СДМА поднялся больше, чем до 2. Вот это нужно принимать во внимание. Если вдруг поднялся выше этих цифр, то либо вы пересматриваете дозировку, либо вы смотрите, что еще упустили у данного пациента. И сразу же помним, что вот эти все препараты, которые влияют на сосуды, влияют на потенциальный объем циркулирующей крови, то есть это ингибиторы системы РАС, вазодилататоры и диуретики, следует использовать только хорошо гидратированным пациентам. У них есть реально группа риска по просто развитию гиповолемии и шокового состояния. Поэтому, пожалуйста, не забывайте оценить степень дегидратации у данных пациентов.
Ну и напоминаю, что есть рекомендации по контролю, ну, по контролю именно уровня фосфора, да, что это значит, что на первой, второй стадии надо вне зависимости от норм вашей лаборатории держать уровень фосфора ниже 1,5 миллимоль на литр, на третьей стадии ниже 1,6, на четвертой стадии ниже, чем 1,9. Напоминаю, что фосфор является нефротоксином. Высокий уровень фосфора гиперактивирует, повышает уровень парад-гормона, что приводит к развитию гиперпаратиреоза, и, соответственно, у нас уже тогда в организме два нефротоксина, и парад-гормон, и фосфор. Поэтому уровень фосфора контролировать обязательно. И напоминаю, что уровень фосфора, высокий уровень фосфора может ухудшать, может ухудшать качество не только жизни, но и приводить к развитию хронического гастрита, эндокардита, анорексии, тошноты, рвоты и ухудшению качества шерсти и кожи. То есть это ко всем тем клиническим признакам, которые мы с вами привыкли видеть у животного с хронической болезнью почек. Ну и вот в этом слайде здесь есть рекомендации по различным фосфатбиндерам. Фосфатбиндеры – это препараты, которые используются для контроля уровня фосфора. Внимание, из крови нельзя никак уровень фосфора препаратами забрать. Фосфор можно забрать только из еды, да, то есть из полости кишечника. Соответственно, эти все препараты даются в рот. И очень важно задавать их либо сочетанно с едой, либо максимально близко от приема пищи, потому что они должны связать фосфор из пищи и из кишечника. И можно использовать сочетанно разные группы препаратов, да, то есть вы можете использовать, например, и гидроксид алюминия параллельно с карбонатом кальция, либо там с семеломером. Понятно, что не все эти препараты доступны для животных, то есть очень мало на самом деле у нас выбор фосфатбиндеров по действующим веществам, которые сейчас доступны для животных. И вы должны понимать, что производители препаратов лекарственных, они иногда нас обманывают, да, они пишут, что фосфатбиндер или там для связывания фосфора, и используют, например, только препараты, и в действующем веществе к этому препарату только растительные препараты. И помним, что на самом деле это неправда, да, что есть только определенный список препаратов, фосфатбиндеров, которые действительно влияют на концентрацию фосфора и связывают этот фосфор. Поэтому помним гидроксид алюминия, ацетат кальция, карбонат кальция и все остальные лантанные соединения. Лантанные соединения, если вы будете применять, то это применяется из гуманной, да, медицины, человеческие препараты, ну, дозировки здесь также указаны, можно пытаться их использовать. И я бы хотела буквально несколько слайдов уделить внимание по препаратам, да, то есть компания Ветпром, которая попросила прочитать мне данный этот вебинар, производят три препарата, которые нам очень интересны в контексте ХБП и поликистоза почек. И я бы хотела указать по действующим веществам. Значит, здесь есть препарат Ренал в виде пасты. Ренал в пасте, на мой взгляд, у некоторых кошек просто поедается идеально, то есть некоторые кошки настолько его хорошо любят, что действительно с удовольствием его едят, и это реально как бы хороший вариант, потому что мало того, что это реально фосфатбиндер, который содержит кальция, карбонат, да, он еще и правильно задается с едой. Также здесь есть калиоцитрат, который он участвует в нескольких, он для чего нам нужен? Он, во-первых, нужен для поддержания, для борьбы с гипокалемией, которые у животных с ХБП, у кошек часто развиваются, и ну, как бы используются еще для нормализации pH мочи, если это нужно. Ну и хитозан в данном случае является один из тех препаратов, которые борются с азотомией, витамин Е используется как антиоксидант. Также есть Ренал в виде порошка как для кошек, так и для собак. Здесь тоже содержится и кальция, карбонат, как фосфатбиндер.
и хитозан, и калиоцитрат, да, то есть здесь мы помним, что вот как бы вот это, ну, вот преимущество этого препарата, что это препарат и как фосфатбиндер, и как препарат для борьбы с гипокалемией используется. И я бы хотела обратить, опа, ваше внимание. Я думала, я этот слайд удалила случайно, что есть еще препарат Renal Advanced, который вообще не фосфатбиндер, и мне очень жалко владельцев, которым в аптеках неграмотные продавцы впихивают его вместо, например, Ренала, который выписывают врачи, да, там нету никакого фосфатбиндера, он не борется никаким образом с концентрацией фосфора в полости кишечника, не связывает его. Он направлен на борьбу с гиперазотемией, улучшает пищеварительную функцию, контролирует нерегенеративную анемию за счет ряда витаминов и фолиевой кислоты. Ну и, безусловно, уменьшает оксидантный стресс. Здесь добавлены полезные бактерии, которые нормализуют пищеварение и тем самым борются как раз-таки с запором. По фосфатбиндерам, давайте я отвечу на вопросы, какие фосфатбиндеры можно применять пожизненно. Фосфор, коту 8 месяцев, фосфор 2 и 1, случайная находка, жалоб нет. Вот этому коту показано подбор диеты. То есть вам нужно просто заняться тем, что поискать корм с более низким содержанием фосфора и первоначально озаботиться этим. Это непросто, но мы работаем с такими пациентами и, как правило, получается подобрать. Далеко не всегда это ренальные диеты, просто просматривайте и ищите низкий уровень фосфора. На пожизненной основе крайне редко требуются фосфатбиндеры, потому что каждый фосфатбиндер обладает еще и токсическим эффектом. Ну, максимальный токсический эффект указан у как раз-таки гидроксида алюминия. По гидроксиду алюминия какие препараты я использую? Я обычно использую либо Малокс, либо Альмагель, это из того, что можно быстро купить, да, в человеческой аптеке. Также у нас есть коллега, которая испробовала на своей собаке все виды Малокса и говорит, что очень вкусный Малокс в пакетиках черничный. И также вы можете Малокс использовать, например, в таблетированной форме. И также есть препарат Фазбинт, он в России официально не вводится, это в виде порошка, абсолютно безвкусного, такое как летающее облако. Американский препарат, который можно заказать на Амазоне. И ну, сейчас с этим, конечно, проблема. Можно использовать его. Так, помним, почему гидроксид алюминия не рекомендовано использовать длительно, потому что у собак так доказана его некая токсичность при длительном приеме от месяца, которая влияет на развитие микроцитоза, общей слабости мышц. Но все препараты на основе карбоната кальция, все абсолютно, рано или поздно, если вы не будете применять их курсами, а на постоянной основе просто типа пусть пьет, приводят к развитию гиперкальцемии. А гиперкальцемия, она тоже чревата последствиями вплоть до отложения различных электролитов и того же гормонального сбоя, в том числе и развития, ну, усугубления гиперпаратиреоза. Так, вот я не знаю, здесь вот задали вопрос, почему у вас в клинике кошкам с ХВП часто преднизолон назначают. Вот лично наше нефрологическое отделение назначает преднизолон крайне редко. То есть вообще, в принципе, поскольку мы знаем, что преднизолон обладает тем, что он может усугублять развитие нефросклероза. Поэтому я его применяю с крайней осторожностью. Наверное, пожалуй, как бы в моих назначениях он встречается только у урологических пациентов, у пациентов с ХВП он не встречается, ну и как у моих коллег. Нерегенеративную анемию не скорректировать витаминами, безусловно, но вы должны понимать, что первоначально у нас идет развитие железодефицитной анемии, потому что такие пациенты, как правило, первоначально страдают снижением аппетита, и они получают неадекватную нутритивную поддержку и недополучают микроэлементы с едой. Поэтому первоначально у нас идет
железодефицитная анемия, а дальше уже развивается, если она не скомпенсирована, либо прогрессирует ХБП, развивается уже нерегенеративная анемия. Так, как контролировать или бороться с повышенным уровнем кальция препарата? Здесь первая рекомендация идет по первоначально, это коррекция диеты. То есть у данного пациента, я как уже писала, ну, то есть как уже было написано на слайде, возможно применение диеты для пожилых пациентов, либо подбор диеты с меньшим содержанием кальция, либо замешивание ренальной диеты с неренальной. То есть первоначально это коррекция диеты. Если коррекция диеты безуспешна, то здесь можно пробовать. Ну, как бы, опять-таки, это скорее, знаете, такое вот из моего опыта, я не могу сказать, что вы, ну, то есть я не могу сказать, что это можно рекомендовать всем и повсеместно. Иногда у нас срабатывают препараты на основе магния, ну, то есть, например, тот же там магний В6, да, либо просто обычные сорбенты. Но если говорить об официальных рекомендациях, первоначально мы должны скомпенсировать диету, то есть скорректировать диету. Скорее всего, этому пациенту слишком много кальция поступает через диету. Ренальные диеты, они богаты кальцием. При ХБП мы назначаем антибиотики только при подтверждении инфекции. Ну, вообще, смотрите, если как бы говорить про лечение инфекции, у нас запланирован еще один вебинар Ветпрома через 2 недели, 3 июня, по инфекциям. И мы там обсудим по лечению бессимптомной и симптомной инфекции. Если в контексте ХБП, я не жду подтверждения по посеву, только если у нас есть признаки пиелонефрита и либо там пиелэктазии, и при этом есть изотемия, да, то есть если я понимаю, что это практически наверняка инфекция, и у нас тем более есть изотемия, то мы сразу начинаем антибиотикотерапию, но при этом, конечно, сдаем еще на посев. Вообще, в принципе, сейчас все сводится к тому, что бессимптомную инфекцию не рекомендовано лечить, и если мы говорим про то, ну, то есть вот конкретно про этот вопрос, то это нужно рассматривать каждый клинический случай. Если владелец не готов сдавать на посев, то, конечно, мы назначаем еще и эмпирически. Ну, то есть без подтверждения, да, без подтверждения посева, назначаем антибиотики. Так, ну, про этот слайд, да, я думаю, что все прочитали, что мы должны контролировать уровень фосфора каждые 12 недель, то есть каждые 3 месяца после того, как мы достигли уже оптимальный уровень фосфора. Если мы говорим про контроль уровня фосфора, если это стабильный пациент, то мы раз в месяц его контролируем и подбираем дозу фосфатбиндера. Напоминаю, что пожизненно нежелательно назначать фосфатбиндеры, потому что у каждого фосфатбиндера есть свои побочные эффекты. И наш последний слайд про конкретно животных с поликистозом почек – мониторинг. Если у нас у этого пациента не диагностирована азотемия, не диагностирована ХБП, то мы его мониторим каким образом? При отсутствии ХБП контроль при помощи УЗИ и прогрессирования заболевания каждые 6-12 месяцев. Соответственно, тогда же мы еще контролируем показатели крови и мочи. Если у нас уже развивается ХБП, то контроль согласно рекомендациям в зависимости от стадии. Но здесь, если как бы брать общие рекомендации, не терминальной стадии, да, там первая, вторая, третья стадия, не реже, чем раз в полгода. Лучше каждые 3 месяца мониторить данных пациентов. И напоминаю, что количество кист никаким образом не коррелирует с тяжестью ХБП. Может быть несколько кист при этом, там третья стадия хронической болезни почек, а может быть вся почка – это кистозное образование, и при этом у нас может не быть азотемии. Здесь я пыталась исправить этот слайд, чтобы почта моя была видна, не получилось почему-то, поэтому я здесь пишу
мою почту. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите, пожалуйста. Я с удовольствием отвечу на эти вопросы. И сейчас я пока у кого-то еще возникнут вопросы, напишите. И здесь я, как обещала, сейчас вернусь к клиническому случаю. У нас пациент 5 месяцев, кавалер спаниель с двухсторонним поликистозом, брали, сейчас извините, выяснилось, что не так все просто. Когда вы пишете вопросы, то оказывается, брали у заводчиков 2 месяца, вакцинировали не заводчики, а хозяева двукратно. При стандартном осмотре отклонений нет. В 4,5 месяца распространились жалобы. Рвота, истощение по анализам крови, 3-я стадия ХБП, по УЗИ поликистоз. Насколько в этой ситуации виноват заводчик? Но я вам уже говорила, что поликистоз почек – это всегда наследуемое заболевание. И просто так оно из неба не может появиться. Другой вопрос, то, что не обязательно у матери и у отца должен быть поликистоз, либо он может просто быть очень слабо выражен, то есть просто единичные мелкие кисты на отдельных почках. И поликистоз может быть не доминантный, да, а аутосомно-рецессивный. Поэтому заводчик может быть, конечно, там не супер виноват, но это наследуемое заболевание, ну, как бы однозначно нет вакцинации. Ну, про сдать где тесты, я вам уже сказала, что просто помониторьте лаборатории. Так, вопрос, каким курсом вы назначаете телмисартан? Анастасия, я прошу вас уточнить этот вопрос, потому что если мы назначаем для борьбы с артериальной гипертензией, то мы его назначаем на пожизненной основе. Практически наверняка, потому что артериальная гипертензия не рассосется. Если мы говорим про протеинурию, то до контроля протеинурии, то есть тут возможно не на постоянной основе. Если мы его назначим как нефропротектор, то есть для того, чтобы, ну, возможно, замедлить прогрессирование ХБП, то в минимальной дозировке, то есть 1 мг на килограмм, мы назначим, скорее всего, до резкое прогрессирование азотемии. То есть тогда, если в какой-то момент у нас начинает прогрессировать азотемия, то в принципе рекомендовано в данной ситуации отменять все препараты, которые воздействуют на систему РАС и потенциально могут снижать скорость клубочковой фильтрации. Поэтому однозначно на длительной основе. Ну, надеюсь, я понятно ответила на вопрос. Ну вот, как нефропротектор. Как нефропротектор до прогрессирования азотемии, ну, значимого прогрессирования азотемии, да, для того, чтобы максимально замедлить риски развития ХБП. Так. Ну, то есть, если все хорошо по анализам, а самим пациентам просто мониторить, никакой терапии профилактической. Мы мониторим обязательно уровень фосфора у данного пациента, обязательно. И обязательно, ну, точнее, не обязательно, а мы можем назначить сразу же телмисартан. То есть это, ну, я уверена, что это вопрос там нескольких лет, и у нас будут это 100% официальные рекомендации. Вот так, да, просто мониторим и помним про то, что, ну, как бы про все те нюансы, на которые я просила обратить внимание в контексте развития ХБП. Много спасибо, спасибо вам большое, спасибо, что нашли время, да, я знаю, что сейчас очень большой объем вебинаров, которые доступны, и много моих коллег прочитала, спасибо им большое тоже за это. Так, еще один вопрос. У нас 4 минуты до окончания вебинара. Был случай, когда на телмисартане упало резкое давление, была проведена корректировка электролитов, отмена телмисартана, подкожная инъекция натрия хлор на постоянной основе, через 4 месяца снова высокое давление. Что посоветуете делать
с давлением на каком препарате. Я вам уже говорила, что у кошек вообще очень долгое время, до 2019 года, препаратом выбора являлся блокатор кальциевых каналов. У него большая терапевтическая широта, поэтому если это кошка, то попробовать начать с него. Если мы говорим про телмисартан, вы же можете, просто у данного пациента, возможно, будет работать уже дозировка 1 мг на килограмм, то есть не обязательно 2 мг на килограмм. Если это собака, то вы можете, как раз таки у собак показано как ингибиторы АПФ, так и БРА. Вот. И по поводу подкожных инъекций, остерегайтесь именно в чистом виде физраствора у животных с ХБП, потому что этот препарат может усугублять ацидоз. Рекомендовано использовать все-таки поликомпонентные кристаллоиды, то есть это раствор, в идеале это раствор лингеролактата, это раствор Хартмана, но подойдет, например, тот же генстерил, стерофундин или обычный раствор лингера или лингеролактата, он гораздо более безопасен. И еще обязательно, вот когда у вас такие случаи, когда резко рушится давление, пожалуйста, смотрите, чтобы владелец правильно дозировал препарат. На моей практике каких только, простите меня, идиотских случаев не было, да, что неправильно просто дозировался препарат, из-за этого мы видели побочный эффект. Спасибо, коллеги. Надеюсь, что всем эта лекция была полезной. Еще раз я дублирую адрес своей электронной почты. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, так, неправильно написала, если у вас будут возникать какие-то вопросы, то отправляйте эти вопросы мне на почту value@1vet.ru. До скорых встреч и хорошего всем дня. До свидания.